Вышла новая 66-я серия Скибиди Тойлот, где мы видим конкретную войну. Что тут происходит? Каково, что было? Давайте сначала прокомментируем это, а далее будем разбирать. Мы видим, как тут все получается. И тут два агента пытаются отстреляться. Но, увидев, как два титана были уже чуть ли не убиты, они в бешенство приходят и начинают дубасить скибидистов. И им плевать, что они умрут или не умрут. Тут он избивает одного скибидиста, сует нож в мозг, не знаю куда, идет, бежит. Ему абсолютно плевать сейчас на смерть. Спикервумен уничтожает какого-то бешеного скибидиста. Все тут бешеные, в ярости. Появляется тот самый вертолетчик. Камеравумен уже в ярости. Тут все в ярости конкретной. В это время ТВ-вумен успевает захватить одного скибидиста, вертолетчика, гранатометчика и кинуть его на этого скибидиста. И тут ТВ-вумен появляется. Он помогает одному спикермену, приходит красный спикермен. И тут появление, легендарное появление, угадайте кого? Да-да! Вы уже поняли. Вантузмена. Вантузмен справляется с этим, этот молча стоит. И ТВ-вумен стоит и думает, ой, блин, что это вот, типа... Я лучше умею! А в это время остальные вумены хлопают и показывают глаз. И тут происходит дыдыщ. Лучшее рукопожатие. Потом появляются орда скибидистов. Все такие дружелюбные, такие смеются, хохотают. ТВ-вумен берет всех вуменов, забирает себе. И тут продолжается интересный момент. Все забирают. И потом большой ТВ-мен забирает всех спасавшихся и других. Но одного камерамена большого убивают. И этот надевает очки, и вот этот скибиди-мен. И их телепортируют на ту самую легендарную базу ТВ-менов, где они увидят ТВ-мена Титана. Мы видим очень большие телевизоры. Очень много. Кстати, да. Я всегда знал, что появятся вот такие ТВ-мены в белых халатах. Я предполагал это, даже когда они первый раз появились. Ну, не первый раз появились, а когда-то там в третьих, четвертых сериях их появлениях. Этот нас сканирует и проверяет, кто мы такой. Думает, что мы дружелюбные, молодец. И тут, легендарное появление большого мегаэкрана. И на этом серия заканчивается. Что ж, ну теперь разбор. В самом начале, если посмотреть, как улучшили скибидистов, то нужно посмотреть, как их нехило улучшили. Например, вот этому добавили гранатометы. Вот этого ничего не улучшили. Скибиди-вертолеты абсолютно не улучшены. Такие, как и есть. Тут можно заметить кое-какой интересный. Непонятно, первый раз вижу туалет. И тут тоже. Возможно, это стульчик-полутуалет. Далее на этот раз можно заметить что-то непонятное там. Возможно, это новое орудие против скибидистов. Или человек. Но кажется, будто бы вдали от большого камерамена. Также вы, наверное, помните вот этого легендарного проезжающего спикера. И посмотрите на это. Что-то тут непонятно. Вот это проезжающий спикермен. И да, если мы увидим отличие у обычного камеротолета, тут у этого камеротолета аж 4 гранатомета. И при взрыве тут мы видим скибидиста, у которого вообще не похож ни на кого. У него какой-то ракес непонятный. Что с ним вообще, я не знаю. На этот раз в машине уже совсем другой силуэт. Какой-то черный силуэт, если приглядеться вот сюда. А также, если мы помним, вот этот пролетающие камеролеты. И, кстати, да. Если мы заметим, что с камераменом Титаном произошло, то мы увидим то, что у него
Ядро полностью отключилось. Это, возможно, может означать самое худшее. То, что его либо захватывают, либо же он умирает. Ну, не дай бог, конечно. И, кстати, да, при повороте тут мы уже не видим того силуэта. Вот так вот. На данный кадр можете не смотреть, тут ничего нету, пошутил. Тут есть уже кто-то, стоящий вот тут. Кстати, да, когда спикервумен приземляется, можно вдали увидеть туалет. Именно Скибиди туалет, который уже был наверняка смыт или не появился еще. Кстати, насчет большого телевизора, за которым стоят 4 персонажа. А точнее 4 персонажа. Спикермен красный, спикервумен, ТВ-вумен, камеравумен. За ними стоит большой телевизор. Я уже это рассказывал прямо сейчас, когда я комментировал его. И сейчас скажу, что это. Возможно, это будет как четверной телевизор у ТВ-мена Титана. Возможно, это другие телевизоры, которые будут на ТВ-мене Титане. Я вот думал, что ТВ-мен Титан пошел себя камнями забрасывать, чтобы сдохнуть. Но, видимо, он не сдался. Кстати, у ученого ТВ-мена можно увидеть надпись ТТМ или что-то другое. Это, возможно, их компания, а точнее, скрытая компания этих ТВ-менов. Тут можно еще заметить ТВ-мен-агента, именно который находится в другом костюме, а не в таком, как вот этот обычный ТВ-мен. К сожалению, Дафак-бума нигде здесь и нету. Вот такая вот серия. Но если тебе понравился комментирование и разбор, то, пожалуйста, поставь лайк. Надеюсь, скибидисты не выиграют. Если ты так думаешь, ставь лайк. А если ты думаешь, чтобы камерамены проиграли, ставь дизлайк. А если ты хочешь, чтобы агенты полностью выиграли всех скибидистов, подписывайся. Удачи, вот такой вот разбор.